Ребята, какое у нас сегодня красивое небо с утра. Сейчас где-то без 27. И вот было все затянуто, а сейчас смотрите, какая красота. Я тут иду с пробежки. Всем доброго утра и хорошего дня. Простите, что я вас дергаю. Это я вас так бужу. Разминайся, разминайся. Мы с Юрием Алексеевичем пошли на... Ну, куда мы пошли? Тимобайл, да. Вот у нас обед, и мы пошли в Тимобайл. Да, и добыть обед, да? Да. Да. Сегодня, короче говоря, у нас нет обеда. Мы пошли добыть обед и пошли в Тимобайл. Тимобайл — это мобильный оператор, кто не знает. У них там какая-то акция интересная есть. По добавлению... Бесплатной линии, да, или что? Может, мне надо было телефон взять заодно, не знаю, что. А, кстати, давай. Сбегай, сгоняй. Давай, давай. А может, он не нужен физически? Я не знаю. Там же имей надо, у тебя имей-то нет? Ну ладно. Давай, давай, быстренько. Пока Юра побежал, я вам тут покажу красоты нашего комьюнити. Смотрите, какая красота. Вода, конечно, не очень красивая, но она есть, во всяком случае. Вот, называется наш комьюнити Old Mill. Вот у нас есть вот такие здания, как бы трехэтажные. Там как бы квартиры. А есть вот такие здания, таунхаус. Мы в таком вот таунхаусе живем. И вот это все у нас доступно, можно гулять здесь. Мы, конечно, не гуляем особо, я бегаю тут. Вот, и еще можно... У нас на территории два бассейна. Вот эти фонтаны, их слышно, они почти, по-моему, круглосуточно. И у нас ощущение из окна, когда слушаешь, как будто дождь. И вот у нас есть бассейн. Там плавают, поэтому снимать особо не буду. Это один бассейн, а еще есть другой. Это клабхаус. В другом бассейне еще есть джакузи. Здесь у нас джакузи нету. Так что, ну, в клабхаус, по-моему, я не знаю, сейчас что-то проходит или нет. Можно, по-моему, его арендовать и провести там какое-нибудь событие. Важное или не очень. Вот. У нас сегодня 20 градусов тепла. Не холодно, не жарко. Но вот вы слышите, наверное, да, ветрено немножко. Вот такая у нас тут красота. Такие деревья есть красивые. Есть зеленые, а есть красненькие. Вот. Еще у нас в этом пруду периодически плавают утки. Они тут размножаются. Но они куда-то иногда улетают. Вот у нас какое-то время не было воды почти вообще, ну, вот в этих водоемах. Это искусственные типа речки. Экономили воду. Сейчас вот, наверное, разрешили уже наливать ее сюда. И вот стали наливать. Но утки пока не приплыли. Юрий Алексеевич вооружился телефоном. Какой у нас здесь телефон? Тот, который мы покупали в Коско, да? Ну, мы точнее... В общем, что-то, короче, какая-то там у нас была путная история с гифт-картами и возвратом денег. Да, iPhone 13 Pro. Да, и мы его, короче, купили, но до сих пор Юрам не пользовался. Потому что он был, вернее, он до сих пор заблокирован на оператора. Вот. Все бы ничего, потому что у нас, в принципе, оператор T-Mobile. Но у нас еще есть казахстанские сим-карты, которыми мы пользуемся, потому что... ну, они, сохраняем пока они, номера. Они есть сим. Они, да, они есть сим, то есть они такие виртуальные. Вот, а на заблокированный телефон под оператора нельзя использовать другую мобильную связь. Поэтому там условие было 3 месяца пройдет, можете прийти к нам. Или 4 месяца, да? 3? На самом деле там нет условий, то есть можно было по идее сразу попросить разблокировать, но... Никто бы тебе этого не сделал. Нет, почему? Apple бы сделал, да, сам? Нет, нет. Они, может быть, и сделали, но он просто порекомендовал сначала дождаться всех этих ребейтов, то есть всех возвратов денег, которые мы запрашивали параллельно. Понятно. А они как раз занимают там, 3 месяца. Ребейты, да. Это всякие, да, нам там часть денег вернули с покупки, такую приличную. Ну, там 1080. Да, $300 была гифт-карта Коска, и 700 там с чем-то была какая-то карта... По-моему, 360. Коска? Коска. 300, по-моему, Коска. 720. По-моему, 300 Коска была. Она прямо на ней написана была, $300. Да? Ну, значит, 1020. Ну, в общем, да. 1080 запомнилось, но 1020 нет.
Короче говоря, мы все это уже потратили. 2021 нам вернули после покупки 13 Pro и 13. Да, то мы купили один 13 iPhone, один 13 Pro. И мы заплатили за это $1800. Да. И вот из них 1020 нам вернули. Да, да, да. Считайте, мы два телефона за $800 купили. Вот. И вот мы сейчас идем в T-Mobile для того, чтобы, во-первых, узнать про эту акцию, про бесплатные линии для наших младших детей. И вот разблокировать вот этот Юрин телефон. Такая вот у нас миссия. А потом уже будем добывать еду. Ой, какое красивое небо, я не знаю. Может быть, вам это и не интересно, но мне очень красиво. Поэтому полюбуйтесь, пожалуйста. В очках вообще шикарно. А интересно так. А, два Pro. Ну, давай. Нет. Подожди. Ну, вот сюда. Ну, как-то так. Опа. Нет, смотри, он телефон тоже хорошо делает. Телефон тоже хорошо делает, да. Короче, вот он, T-Mobile. Мы тут никогда не были еще, вот в этом T-Mobile. Надеюсь, нас сюда пустят. Ага, 14-й. Смотрите, тут есть часы для детей. Специалисты написано Just for Kids. И вот они пишут, сколько будет стоить пользоваться такими часами. $174, это, наверное, за часы. Скорее всего. Тут, на самом деле, много всяких. Скидки 50%. Ух ты, круто. Ну, это всякие Android, кажется, телефоны. Ну да, Samsung Galaxy $168. А так, в принципе, цены, смотрите. Samsung Galaxy S22 $1200. И плюс еще будет, как это называется, комиссия. Какой еще есть? О, смотрите, вот этот телефон, который вот так вот сгибается. Экран сгибается. Офигеть, я первый раз такое делаю. Он стоит $1000. Galaxy Z Flip 3. Он один тут такой сгибающийся. Видели такое устройство? Он как будто уже вот здесь вот немножко лопнутый, что ли. Или просто это какая-то клей, какой-то клей. Ну, интересно, да? Вот он сгибается вот так вот. Становится раскладушкой. Но при этом на экране не видно, что есть какая-то линия. Интересный, но $1000. Короче, к этой линии еще предлагают, ну, одну бесплатную, одну платную, потому что у нас двое детей, и предлагают еще бесплатно вот такой телефон. $252 он так стоит. Я так понимаю, такой огромный. Вернее, это вот, я так понимаю, за то, что вы же платите за линию, он поэтому стоит так. В общем, Юрий Алексеевич, расскажите про ситуацию. Ой, ну, а что рассказать? Расскажите, пожалуйста, последние новости с T-Mobile. Можно добавить две линии по цене одной. Платить за одну придется все равно. Да. Да. Ну, да. Ну, да. Про это, на этой It's okay, да. Можно получить два бесплатных Android-телефона. Там в основном Samsung, нет, там в основном Motorola, Samsung, OnePlus, еще. Ну, там модели 9 где-то. Три нам показали на витрине, остальные они закажут. Они все большие. Они все огромные такие, да, лопаты. Ну, то есть... Мы как бы не уверены, что детям будет удобно с ними. Ну, да. Не знаю. Ну, для глаз, наверное, удобно, да, а так да, вот... Есть вариант взять, допустим, iPhone SE, SE, который у нас называется, да? И на них скидка. С 50% скидкой. То есть iPhone SE можно взять за примерно $215 плюс налог. Ну, $250 будет примерно. Да, где-то 250 будет. За телефон. Вот. Так что надо думать. Будем думать. Да. Ладно, а сейчас мы пошли добывать еду. Вот смотри. В Калифорнии мотоциклисты ездят в шлемах. Во Флориде не обязательные шлемы. Вот. Оказывается, T-Mobile здесь у нас прям, ну, очень близко. Вот здесь мы покупали мне, Юре, колечки на годовщину нашей свадьбы. Так, куда? Мы решили заказать еду Pacific Catch, обеденные боулы. Боулы, так, боулы. На нас троих, на меня, на Юру и на Макса. Выберем сами. Максу, ну, не знаю, можно ему предложить, конечно. Все, мы заказали? Или не заказали, Юрий Алексеевич? Да, заказали. А, еще знаете что, про вот эту разблокировку телефона. В общем, оказывается, надо было этим телефоном все эти 3 месяца активно пользоваться. А из-за того, что он у Юры лежал в коробочке, нам сказали, сори. Я думаю, не активно пользоваться, я думаю, можно вообще было пользоваться. Любую. Один день, потом вернуть. Думаешь? Ее в этот. Да.
У них как бы дата активации была бы. Нет, дата активации это одно, а юзач это другое. Ну ладно. Ну, короче, да, придется нам теперь начать этим пользоваться, Юрий. Да? Угу. Двумя по телефонами будешь параллельно пользоваться. Хорошо. Не, ну то, в принципе, у тебя, как бы ты там активно ими не пользуешься, казахстанским номером. Да, вообще не пользуюсь. Вот будешь пользоваться, кстати говоря, в этом, в Казахстане. Полетишь туда и будешь пользоваться. Сидим на чили на расслабоне возле Pacific Catch. Ждем наш заказ. Пришла смс-ка, говорит, можете забрать. Сейчас заберем. Потом дома покажу вам, чем мы будем питаться сегодня на обед. Рассказать вам, почему обед не готов. Потому что я каждый день в 12 часов дня тренируюсь проходить интервью, ну, отвечаю на разные вопросы, тренируюсь там с командой девушек, вот, и поэтому не приготовила обед, не успела. Ребята, посмотрите, какая красота. Это что, Сибас, да? Да. Это вот наша с Юрой, у нас одна на двоих, потому что нам много не надо. А это Максимыча порция. Боже, слушай, у него реально порция как будто больше. А ты посмотри, может быть, они перепутали? Шикарно просто. Это курица терияки, тут и овощи есть, и вообще... О, боже. Я прям хочу вот эту. Может, мы скажем, что мы перепутали? Да? Красота. Очень. Вот это small порция. Вот это маленькая порция, это типа большая. Но на самом деле по весу, мне кажется, это даже больше. Ну, в общем, ладно, пускай есть маленький наш ребеночек. Ребята, не удивляемся, я снова в Коско. Мы просто завтра уезжаем на 3 дня в путешествие. И мы там будем жить в доме. И нам надо какой-нибудь еды с собой сразу взять. Той, которую мы сможем довезти, не испортившись. А вот, сейчас немножко пошопимся. Так, хочу взять ягод. Это клубника органическая, 5,49. Но... что-то она какая-то вся открытая, помятая. А вот голубика 8,49 стоит, но ее тут очень много. И выглядит она неплохо. Вот ее я возьму. Вот еще за 5,99 есть клубника гидропоника. Вот ее, кстати говоря, можно взять. Мы ее едим, она хорошая. Вот это вроде хорошее. Так, малинку, наверное, тоже возьмем. В общем, везем всех ягод, потому что дети все равно будут кушать. Малина по $5. А вот, смотрите, еще и за $4. Но тут всего сколько грамм? Грамм, наверное, 300. Белая клубника. 283. Смотрите, как я почти точно... Белая клубника, а называется Pineberry. Так, вот это, наверное, мы тоже возьмем, но какие перчики взять лучше? Вот эти 6,99. Наверное, я их возьму, они вкусненькие. Мы их в салатик там еще куда-нибудь используем. Персики белые $11. Я вот думаю, может, нектарины взять. Персики желтые $10, нектарины тоже $11. Но мне в этот раз надо чуть-чуть пожестче. Да-да, я их трогаю. А, вот эти возьму, потому что, ну, в дорогу как бы лучше пожестче. Так, единственное, тут всего, конечно, 9 штучек. Но, думаю, нормально. Авокадо, наверное... не буду брать, у меня еще есть. А вот помидоры, черики возьму тоже для салатика. Это и так просто поесть. Они стоят $6 за 2 фунта. Огурчики надо еще взять. Огурчики $5 стоят. Большие, наверное, возьму. Удобнее будет резать на салат. Так, возьму еще круассаны. 12 штук стоит $5, насколько я помню. $6 уже круассаны стоят. Так, до 19 числа, по-моему, они все такие. Сюда, всему. Да.
Есть еще вот такие печеньки. Мы никогда их не брали, кстати говоря. А с чем они? Кажется, есть с шоколадом, есть с изюмом, есть с орехами, что ли. Ни разу не брала. $9 стоит. Надо, может, попробовать детей порадовать. Кстати, я ходила на одно мероприятие, и там были вот такие вот крем-брюле. Ну, правда, вот там не было запеченное вот это вот сахар, потому что это как бы было, ну, такое открытое мероприятие, не в доме. Стоят они 9,39. Вот это крем-брюле очень вкусное. Мне очень понравилось. Оно не сильно сладкое, особенно без вот этого сахара сверху, который вообще супер. Тут какие-то, то ли чизкейк, да? Это чизкейк, слушайте. Клубничный чизкейк 15,99 стоит. Но, наверное, чизкейк лучше не надо. Я еще думаю, может быть, сыр взять. Где-то вот сыр был, который мы обычно вот такой вот небольшой брали. Это $9, а $10 стоит. Может быть, это он и есть, конечно. Моцарелла, чеддер, white pepper. Там больше что-то другое, какой-то швейцарский еще был. Кстати, можно еще взять бри. Большой или маленький лучше взять. Так, большой бри стоит $9, вот такой огромный. А маленький тут какой-то другой. Вот этот сыр $13 стоит. Порезанный тоже уже такими кусочками. Мне кажется, удобно будет. Хотя вот этот тоже хороший сыр. Он стоит, не знаю, сколько стоит, почему-то ценника на него нет, куда-то упал он. Или такой взять. Такой, конечно, удобно. Давайте такой возьмем. Я думаю, удобненько будет. 13,99. Вот есть вот такой вот сыр, как бы такие маленькие, 11,89. Есть еще вот какой-то такой. МТ там сколько стоит? МТ там стоит, ого, $21.22. Обалдеть. Блин, может вот такой взять? Давайте вот такой возьмем, этот удобнее. 11.79. Вот еще скидка на какой-то есть брел Lacrimess, $2 скидка. А сколько он стоит вообще? Ну, такой огромный, конечно. Он стоит, кстати говоря, недорого. $10, еще $2 скидка, $8 будет. Но я боюсь, что он у меня сможет подтаять, когда я его буду везти. Холодильник с тобой сильно не хочется брать. А вот сосиски, думаю, можно взять. Будет с ними что? 13,99, такие большие. Может быть, мы их на гриле там пожарим. Если гриль, конечно, возьмем. Вино и прочее, наверное, мы из дома возьмем. Так, Юра еще просил взять... что он просил взять? Как их называют? Водоросли. А я вот тут увидела вот такую штуку. Дети, наверное, будут рады. Это набор, тут маршмеллоу, шоколад, печеньки. Тут всего 18 штучек можно сделать, но мне кажется, этого достаточно будет. Стоит он $11. Возьму тоже. Все-таки отпуск. Кстати, вот на эту пиццу сейчас скидка 9,69 стоит. Она, наверное, ее возьму, потому что мы не будем закупаться на выходных, а скидка до выходных. Может быть, мы сегодня ее пожарим. Еще вот эти можно взять. Это в финиках орех грецкий. 9,89 как сладость. О, ничего себе, смотрите, тут какие-то хлопья $4 стоят. Они такие уже распасованные, вот в таких коробочках. Fruit Loops. Это просто какие-то, наверное, это в чем? Мини-уилс. Это в чем-то, с какой-то добавкой. И это с этим, с корицей. Яблоко с корицей, да. Блин, шоколадных нету. А так, конечно, за $4 хлопья. Ну, хотя, в принципе, сколько-то грамм-то.
Вот так тоже молочком залил и поел. Кстати, а что бы не взять? Вот они вот какие-то из них, они точно, вот эти точно они едят, вот эти точно едят. Вот эти не знаю. И вот эти тоже кто-нибудь может съесть, кстати говоря. У нас компания-то большая, 9 человек, 12 штучек. Давайте возьмем. Вот такие там. Чем они покрыты? Какой-то белой такой штукой. Не знаю, что это, короче говоря. В общем говоря, какой-то айсинг. А, ну и вот такие, кажется, там. Только, кажется, они без этого, без ягод. Во, вот такие там. Они без ягод. Ягоды это так, просто для красоты. Потому что здесь ничего про ягоды не написано. Здесь вот написано, что red berries, красные ягоды. Здесь ничего не написано, значит, ягод не должно быть. Вот эти, кстати, я домой возьму, наверное. Потому что здесь есть шоколадные, которые обычно дети едят. Вот эти они тоже кушают. Ну, как бы, можно миксовать. Стоит здесь $7. Знаете что? Я все-таки куплю, наверное, Юре вот эту шляпу, потому что чтобы он в конце концов не сгорел. Она такая тоненькая. Вот, наверное, может быть, я серенькую ему куплю. Она сейчас стоит $12. Давайте возьмем. Давайте возьмем только ту, которую никто не мерил. Ну, Надежде. У меня-то шляпа есть. У меня, кстати, шляпа без вот этих вот веревочек, но я думаю, моя сойдет тоже. О, а еще подождите, есть еще вот такие. Adidas. $17 стоят. Они поменьше, поля у них. Черные есть. Но мне кажется, вот это как-то вот, она потоньше, не так жарко в ней. Это мне как-то больше нравится, чем Adidas. Какие-то шлепки здесь продают. По $10, прям ажиотаж какой-то, все, что подходит, берут. Вот такого цвета есть, еще какого-то есть, вот такого, черные, кажется, есть, вот такие. Но я, честно говоря, не знаю, что в них особенного. Тут лепешки какие-то интересные. О, это не лепешки, это, кажется, основа под пиццу вместе с соусом и с чем еще, колбасой. $8 стоит, 4 пиццы можно сделать. Колбаса-то есть? Нет, колбасы нет, это только соус. Вот эту штуку Юра просил взять, стоит 10,59. Это водоросли. Вот столько их. На самом деле, кажется, что много, но они быстро съедаются. Вот так вот, ребята, собираешься в поездку. $173 уже как не бывало. Что у вас тут? Смотри. Вот сюда надо кидать, да? Вот видите, чем дети в лагере занимаются? Ага. Чуть-чуть тяжело. Нормально они вот такие. Побольше, да? Да, а я вместе. А это ты рисовал? Это ты рисовал, да? Прикольно. Это из игры. Alex knows. Ты знаешь, Лиза, да, из какой игры это? Прикольно, прикольно. Давай, бери, поехали. Вот так дети развлекаются. Ребята, посмотрите, какой красивый закат. Я не знаю, вам видно или нет. Прям вот эту всю красоту, наверное, нет. Вот, смотрите. Сейчас я вам поближе сделаю. Посмотрите, какая красота. Лепота. Мы вышли на вечернюю прогулку с Юрием. Все мне говорят, мне что ты, Юрий, Юрий Алексеевич, с Юрочкой. С Юрочкой вышли на вечернюю прогулку. Дует ветер, блин. Что-то холодно. А мы тут на закат любуемся. Вот, купили вчера стол. Ага. Уже завтракаем. С видом на сад. Я не могу есть и улыбаться. Я вчера победила мужественно. Сорняки на патио. Явно горжусь. Вот отсюда лучше будет видно. Вон, сколько все. Проделана колоссальная работа. И отмыла. И вот тут собрала еще листья. Сегодня закажу себе ящик инструментов.
и буду развлекаться по полной. А оно там черное, видишь? Пошли такое? Прогуляться до школы. Ваня захотел посмотреть на свою новую школу. О, какие высокие деревья. Домики. Вот они тут в среднем. Все примерно плюс-минус. Вот, вот такой синий, да, а там очень дерево. Черный такой. И на детской площадке. Там погуляем, если там открыто. Вот немножко у нас тут холмистая поверхность. И у всех такие большие фронт-ярды. Угу. Вот у нас конкретно передний двор даже, ну, по карте больше, чем задний. Фронт-ярд больше, чем бэк-ярд. И у всех примерно так. Все лужаечки, цветочки. Ну, можно что-то детское поставить. Вот здесь... А, это не батут, это какой-то огород, что ли, видимо, это батут. Это огород. Ну, мы детскую площадку поставим на передний двор, потому что у нас на бэк-ярде его просто некуда ставить. Ну, хорошо, дерево взяла. Вот у кого-то тут креслице прямо. Прямо к дорожке рядышком, видимо, чтобы сидеть. И... А это в виде машины сделали там компостную кучу. Вот тоже огромный фронт-ярд. Ой, собака лежит там, корги. Вон какой, какие там джунгли натурально. Просто джунгли все плющом поросшие. У меня за два месяца на бэк-ярде просто джунгли. Все влажное такое. Трава прет со страшной силой. Приходили соседки и детки, сделали нам открытку. Вот, from Sheridan. Мы познакомились с ними вчера вечером, когда приехали. Они сделали нам открыточку и написали «Добро пожаловать». И написали имена всех деток. Очень мило, правда? Вот, уже пылесосим первая сиська в доме. Диван на диван поставили. Пылесосик чистит. Потом его туда сносим. И туда. Опа, мам, давай, Ванюш. Там шапочка красивая. Ой, очень красивая. Камнечек. Хорошо, чистит. Хорошо, чистит. Он у нас молодец.